и очень красочным шоу «Минута славы». «Минута славы» — это конкурс, где свои необычные таланты демонстрируют обычные ученики. Главное условие для участия — талант. Танцоры, певцы, чтецы. Каждый может выйти на сцену и доказать, что именно его номер достоин получить главный приз. А еще мы хотим поздравить всех мужчин, присутствующих в этом зале, с Днем Защитника Отечества. Хочется пожелать вам крепкого здоровья, успехов во всех делах и удачи. Дорогие дети, гости и педагоги, с началом конкурса вас поздравляем, удачно выступить всем вам желаем, и творческий конкурс наш начинаем. Самое время представить вам наше высокое и многоуважаемое жюри. На Востоке о них бы сказали, что они мудрецы, в других странах называли бы просто гуру. А для нас они ценители нашего таланта. Поприветствуем! Дмитрий Витальевич Павловский, директор Российского дома. Татьяна Станиславовна Бейби, музыкальный руководитель Новосельский Ясный Сад. Светлана Казимировна Шучи, директор Новосельской средней школы. А сейчас борьба такая, скажем прямо, озорная. Но учтите, детвора, это мирная борьба. Итак, встречаем бурными аплодисментами первого участника. Сегодня он впервые на нашей сцене. Встречайте Андреева Михаила с песней «Генерал Игрушек».